Всем привет-привет! Сейчас я покажу свои покупки, которые я совершила в Японии. Кто не знает, у меня там живут родители, и они мне все время передают различную продукцию, которую я выбираю. Мне прислали уход за лицом и за пятками, как обычно. Уход за лицом состоит из такой линии. Марка называется Канеба. Это очень известная популярная марка в Японии. У меня идут такие различные средства для лица. В общем, их много, этих баночек. Сейчас я буду перечислять, что это такое. В общем, первое. У меня это идет умывалка. Вкратце расскажу о этой линии. Конкретнее она называется Freshel Lift. Freshel Lift Mist Lift. В общем, эта линия идет от 30 до 40 лет. В нее в состав входит два вида гиалуроновой кислоты и коллагена. Также различные другие компоненты, о которых я напишу ниже под видео. Вы, наверное, думаете, ей же 25, зачем мне эта линия? Так вот, я сделаю отдельное видео по уходу за своим лицом. Я вам расскажу, зачем мне эта линия нужна. Так вот, я вам сейчас расскажу, в общем, что мне прислали. Это идет умывалка. Она идет тут в такой коробке. Видите, все запечатано, я еще ничего не открывала. Коня. Первая, в общем. Это вот такая умывалочка. Дальше у меня идет молочко для лица. Лосьон для лица, а также крем для лица. Дальше. Она мне прислала вот такие маски. Здесь написано, что это 3D маски. Я, конечно, не понимаю, что это значит. Но я найду про них описание. Я вам потом под видео тоже оставлю. Вот такая пачка. В ней идут 3 маски для лица. Из этой же линии мне прислала мама. Минеральная пудра BB написано. 21 SPF плюс. То есть она с SPF-защитой, минеральная и еще и BB. То есть она подстраивается под мой тон кожи, под тип. Так она выглядит. Такая коробка. К ней идет вот такой BB-крем. Это тоже минеральный BB-крем с SPF 27 защитой. Он идет такой небольшого размера. Здесь всего 50 грамм. Вся эта продукция производится в Японии. Здесь даже написано Made in Japan. Да не Корея, ничего. И вообще, я наслышана про нее, что она, эта линия и эта марка, это очень хорошая. И она, в общем, ее все хвалят и постоянно разбирают. И она популярна очень именно, вот эта линия в Японии. Это опять какая-то штучка для пяток. Но это немножко другая. Здесь получается, я так поняла, что всего лишь 15 минут ты в этих носочках сидишь, тоже носочки разрезаются. Здесь нарисована картинка, что сначала вы должны помыть ноги, потом разрезать носочки, потом их надеть на ноги, и через 15 минут у вас будут идеальные ножки. Как всегда, идеальный педикюр. Не проверяла, не знаю, что это такое, проверю, скажу. Ну, здесь нарисован зеленый чай, что как бы входит в состав. В общем, мне уже очень даже интересно, даже, может, сниму про это отдельное видео. Это вот такие наклейки, они идут внутрь пиджака подмышки. То есть, если вы одели топ, видите, нарисовано подмышки, чтобы не потел, не воняло, там ничего не потело, такие штуки прилепляются и, в общем, как прокладки.
Сейчас я ее раскрою и посмотрим, как они выглядят в реале. Прикольно. Ничем не пахнут. Так они все сложены, видите? Да, вот они сложены. Здесь идет такой серебряный какой-то шов. Такая наклейка. Все это так расклеивается. Лепится на пиджак. Прикольно, конечно. Спасибо, мама. Такая была у меня, можно сказать, посылка. Такие были покупки из Японии. Всем спасибо. Пока-пока. Есть вопросы, задавайте ниже.